Всем привет! Меня зовут Саша Куржи и приглашаю вас на маленький блиц-обзор отеля Sidek Crown Palace. Этот выпуск я снимаю в рамках инфотура и инспекции турецких отелей. К огромному сожалению, мало времени на просмотр, но показываю вам только важную и самую главную информацию. Если выпуск будет для вас полезным, обязательно ставьте лайк на эти видео и, возможно, я запустил летом для съемки большого полноценного обзора. Здравствуйте, добро пожаловать в Sidek Crown Palace. У нас 7 из 4 отелей. Это у нас Palace, Charm, Serenity и Sunshine. 2 года назад была полностью реновация всего отеля. В 2019 году была реновация полностью всего отеля. В отеле насчитывается 513 комнат. Из них 4 комнаты для людей с ограниченными возможностями. Территория отеля 17 тысяч квадратных метров. Пляж у нас находится на расстоянии от отеля 400 метров. Пляж полотный вход, пляж песочный вход, пляж. Галки, камешки, вы ничего не найдете, очень хороший вход в пляж. На пляже есть бар, где можно перекусить и выпить. Длина пляжа 80 метров, ширина 60 метров. К пляжу у нас ходит трансфер. Сейчас раз в 30 минут, а во время жаркого сезона раз в 15 минут ходит трансфер от отеля бесплатно к самому пляжу. В отеле насчитывается 5 баров, один главный ресторан и 3 а-ля-карт ресторана. Мексика, Италия и турецкий ресторан. А-ля-карт ресторан у нас платный, 5 евро за посещение 6 человек. Интернет тоже в отеле платный, 2 евро за сутки получается. Везде. Моби нет, бесплатно. А на пляже ловит этот Wi-Fi? Сейф, извините, интернет 1 евро в сутки, сейф 2 евро. Интернет есть платный, есть бесплатный, но по скорости, конечно, платный лучше. Бесплатный в основном в лобби. В отеле есть 3 бассейна, 2 внешних бассейна. Один выходит сразу с террасы ресторана. А второй бассейн с другой стороны отеля, где насчитывается 4 больших горки. И один бассейн внутренний с подогревом. У нас есть экономические комнаты, 15 квадратных метров. Они без балкона и находятся на верхних этажах. Стандартные комнаты, 28 квадратных метров. И делюкс комнаты, 32 квадратных метра. Простая делюкс из двухэтажной кровати. И семейная комната 44 квадратных метра. Отель Sidek Crown Palace расположен в 65 километрах от аэропорта Анталия, в 7 километрах от города Сиде, в районе Кюнкой. Был построен в 2011 году, а последняя реновация была в 2018 году. Имеет отель 2 открытых бассейна по 950 квадратных метров и один крытый бассейн с подогревом в зимний сезон площадью 200 квадратных метров. Отеле 444 номера и приглашаю вас сейчас подняться на третий этаж и посмотреть номера отеля. Ой. Так, смотрим номер Deluxe, двухэтажной кровати, двухъярусной. Здесь душевая кабина, она закрывается. Зеркало, умывальник, унитаз. Вот. Напоминаю, что номер Deluxe. Кровать односпальная, раз, кровать двухспальная, два, матрасы мягкие, белое постельное белье, два стула, столик, плазма, здесь же диван и здесь двухъярусная кровать. Взрослые могут спать на двухспальной, а дети на двухъярусной. Первый либо второй этаж выбираете самостоятельно, здесь же столик, зона отдыха и давайте посмотрим, какая здесь терраса. Что у нас в шкафу? В шкафу около 15 вешалок деревянных.
тапочки, сейф, тапочки и одеяло. Здесь же опять место под вещи. Так, ребята, сейчас смотрим номер стандарт. Здесь одна спальная кровать, одна двухспальная кровать. Плазма, место под вещи. Холодильник, мини-бар, наполненный напитками. Здесь же кофейный, чайный набор. Выходим на террасу. Здесь же вид на соседний отель, на бассейн, на аквапарк и на общую территорию отеля. К огромному сожалению, пляж вам показать не смогу, но обязательно про него расскажу. Отель расположен на второй линии моря и имеет собственный песчаный пляж протяженностью 400 метров. На протяжении целого дня курсирует бесплатный автобус с отеля на пляж каждые 10-15 минут. Или же вы можете пешочком пройтись каких-то 5-7 минут и вы будете на пляже. Для всех гостей отеля бесплатно зонтики, шезлонги и, конечно же, пляжные полотенца. И даже при отеле есть такая вот красивая зона с живыми цветами, ну как зона, маленький коридорчик, проход, но здесь живые цветы, оранжерея, маленькие пальмы, бамбук. Этот отель можно смело приезжать с детьми, ведь здесь есть мини-клуб для детей возрастом от 4 до 12 лет. Работает он каждый день с 10 до 12 и потом с 14 до 16. Один открытый бассейн площадью 20 квадратных метров, есть детская площадка, детское меню в ресторане, детские стульчики в ресторане и по запросу вам в номер могут доставить детскую кроватку. В принципе, отель небольшой, но очень уютный. Здесь чувствуется турецкий сервис и хочется сюда вернуться. Мне 20 минут на просмотр было мало, поэтому я отправляю сигналы в космос, дабы вернуться сюда летом и снять для вас большой полноценный обзор. Обещаю показать пляж и показать ресторан с питанием. В этим временем обязательно ставьте лайк под этим видео, бейте в колокольчик и подписывайтесь на меня в Инстаграме и на мой канал. А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас.